Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Доступна новая арена, сражайся против других игроков, чтобы увеличить свой рейтинг на арене. О как, кстати, мы давно в эту игру не играли. Покорми меня, просит маленький птенчик. Конечно, покормлю. Конечно же, кушай на здоровье. Ну что, совсем другое дело. Друзья мои, уровень я повышать ему не буду, потому что там надо будет много яблок. Так, выберите, какой птице дать перья. Значит, 500 радужных. Вопрос очень интересный. Давай, наверное, бомбу дадим. Угу. Отлично. Так, что у нас? 339 рублей заплати. Нет, спасибо тебе большое, не хочу ничего платить. Башню удачи. Ну, давай сыграем. У нас... Сколько там попыток-то? О, заморозочка. Короче, до 5-го этажа попробуем дойти. Ну, не дойдем, так не дойдем. Так, яблочки. Последний этаж и... Слушай, мне консерва досталась. Так, а это у нас беспроигрышная, да? Этаж. Ух ты, шляпа на Хэллоуин. Вот это я понимаю. Все, ребят, хорош, хорош, хорош. Иначе мы с тобой все потеряем. Я буду заканчивать. Так, я получаю метель, я получаю яблочки, и я получаю могучего орла. Ну и плюс еще черный жемчуг, 10 штук. Лично я доволен. Так, не забудь поздравить Мортиса. Мортис, как всегда, спасибо тебе большое. Заходим с тобой в магазин шляп и смотрим. Так, вот этот сундук еще надо будет открыть. Выбираю вот это. 20 жемчужин, ну всего лишь 20, ребята. Так, продолжить? Нет, спасибо. Я не хочу, мне этого достаточно. Так, а где же эта шляпа-то на Хэллоуин? Скажи-ка мне на милость. Где она? Куда она делась? И на кого она выпала нам? Может, это редкие? Так, смотри-ка, комплект шляп поварская. А почему этот комплект? А, нет, стоит. Стоит на Реди. Такой прикольный. Так, а это у нас ковбойская шляпа. И все на Реда. Слушай, ребят, хорош. Дайте на кого-нибудь другого-то. Почему все на Реда выпадает, а, друзья? Ну, правильно, Ред у них самый там главный, так скажем, заводила. Все-таки я не могу понять, а где же... Где хэллоуинская шляпа, которую я заработал сейчас? Вот, вот она, ребята, ну конечно же. То есть это дубль. Дубликат. Ладно, все. Что у нас тут еще с тобой? Ага, откроем с тобой обычный сундучок. Вот это. Мы получаем с тобой метель и плюс одно яблоко. Слушай, у меня уже что? 19 метелей? Да такого быть не может, понимаешь? Не может. Ладно, друзья мои. Ну что, мы с вами идем на основную сюжетную линию. Мы ее будем с тобой гнуть, как всегда, и попробуем пройти до очередного босса, который будет получать свое заслуженное наказание. Подарок получен, опять же, от Мортиса. Ну что, друзья мои, сегодня мы с вами попробуем дойти до 170 уровня. Потому что именно здесь стоит у нас боссера. Ну что, поехали. Выберите заклинание. Я же говорил, что метели у нас никак не 19. 19 это вот... Стоит, я не знаю, энергии или хрен его знает чего. Короче, берем с тобой... Ничего не берем. Просто ничего. Будем пытаться сами проходить. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять, ребята, у нас с вами миссий здесь будет. Ну что, попробуем зарядить по полной программе. Ой-ой-ой-ой-ой, я промахнулся, но, в принципе... В принципе, ничего страшного, да? Так, ну-ка. Полетели. Ну, это круто. Это... Блин, а как это... А, это же мой. Так, ну что, будем сбрасывать бомбу с тобой, да? Именно нашей маленькой Матильдой. Лишь бы получилось. И... Нет, нет, нет. Ну как же так, ребята? Ну давай, давай, Ред, настала твоя очередь. Дуй. Не надо мне говорить, что... О,
друзья, как мы с вами фиговенько сыграли. Просто фиговенько, понимаешь? Ну и что? Я перехожу на следующий этап, а у меня, понимаешь ли, всего две птички. Ну, здесь-то я попробую, конечно, отбить. Так, стекло. Есть стекло. Значит, мы с тобой попробуем применить наших весельчаков. Зашибись. Применил весельчаков. Ой-ой-ой, это что такое сейчас было? Так, бомба. Или все-таки это вот здесь? Давай, наверное, так сделаем. Подожди-ка. Вот как раз вот здесь мы, ребята, с вами и прикольнемся. Давай-давай, плюй. А знаешь, в чем проблема? А проблема в том, что вот этот вот шарик нам нужно подбить. Хотя он почему-то сам упал. Так, ребята, третья миссия. Блин. Что же нам сделать? Ну что, я не знаю, наверное, придется нам бомба здесь заряжать. Йоу. Чуть-чуть не хватило, ага. Вернулись у нас весельчаки. Ну что, бомбим. Бум. А птичка-то всего одна осталась. А энергии нужно море. Море, чтобы вернуть себе карту. Хоть одну. Что у нас тут? Ага. Ну, в принципе, здесь, если весельчаков запустить, предположим, не хватит. Не хватит, ребята, нам разрушений. Даже если я, предположим, сейчас возьму и сыграю бонус. Так, 60. Тратим. Тратим, друзья мои. Так, что же мне тут сделать? Да и как сделать? Вот в чем большая проблема, ребята. Если я вот эту бомбану. Слушай, а может быть нам сделать. Блин, да как же тут. Все не то, ребята, понимаешь? Не те, так сказать, у нас с тобой птички взяты. Ладно, рискнем. Ой-ой-ой, куда улетел-то? Со всей дури полетел совсем не туда, ребята. Рискнем. Получилась ерунда. Да. Ну, мы здесь прошли, но, понимаешь, еще один уровень. У нас еще один уровень. Птичек-то нету. Слушай, если только, конечно, посмотреть рекламку. Придется смотреть. Ну и кого мне дают? Терренса. Слушай, ну Терренса мы можем с тобой вот так вот, в принципе, прокатиться, да? Ну-ка. Так, друзья мои, мы карту вернули, да, одну? Есть такое дело. Неужели вот сюда надо бомбить? Судя по всему, скорее всего, да, нам нужно будет именно здесь удар. Бабах! Давай, вот сюда задень, пожалуйста. Ну, да задень ты, господи. Нет, ребята, к сожалению, не получилось у меня пройти. Придется переиграть. Да. Еще раз, конечно же. Зря я, конечно, не взял с собой ничего хорошего. Возьмем метель на всякий случай и... орла. Ну что же. Метель, давай возьмем метель. Нет, подожди, зачем нам метель? Мы можем с тобой здесь... А что мы с тобой можем здесь? Да ничего. Метель все-таки, ребят. Да, метель. Запускаем. Ну. Ты сейчас серьезно вот это вот? Этот ты что, не скатился, гаденыш?
Так, ну что, Матильда, придется нам с тобой здесь выкручиваться. Во-во-во-во-во, правильно, туда тебе дорога. А этот выжил. А этот выжил у нас. Ред, теперь твоя очередь здесь. Шикарно, в яблочко написали. Конечно, в яблочко. В яблочко было бы, если бы мы сразу всех их подбили бы. Угу. Так. В принципе, здесь, если по уму, все должно получиться. Если мы возьмем бомба и взорвем вот здесь. Давай попробуем. Видишь? Все прекрасно. Ю, улетел. Так, следующий уровень. Ага. Вот как. Слушай, здесь можно... Нет, давай-ка мы, наверное... Я рискну. Я, друзья мои, рискну. Так. Ну, ну. Бумс. Не очень, конечно, хорошо, я понял. Не очень хорошо получилось. А здесь, если мы с тобой шарики эти пробьем. Есть контакт. Тихо, улетел. Слушай, у нас предпоследнее задание получается, да? Ой-ой-ой-ой, настряп. Ой, вот этот вот противный свин. Противный свин. Ладно, я вот так сделаю, наверное. Да, я сделаю вот так. Сдуваем это все. Хотя, постой, а вдруг пригодится? Нет, лучше мы, наверное, бомбы с тобой сюда активируем. Что? Что? Это все вот этот, ребята. Давай, 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 давай. Ну, пумс. Вот скажи мне на милость, как вот этот хлыщ выжил? Ребят, только на вас надежда вся. Нормуль. Ну и в конце концов у нас с тобой последний этап. Давай-ка переходим и смотрим, что у нас тут. О, как. Но здесь, ребята, я использую орла, потому что если я его не потрачу, он все равно мне израсходуется. А-а, вот именно что. А-а. Все снесли. Все, что только можно было. Так, ребят, ну, как ты понимаешь, этот уровень мы с тобой прошли с горем пополам. Со второй попытки. Новый рекорд, это мой личный. Так, я получаю яблоко. И, как говорится, в тройку не вошел. В тройку лидеров. Ладно, ничего страшного. Не забывай про заклинания, говорят нам. Ну, давай еще раз метельку возьмем. Ох, вот сюда бы мне братьев. Вот они, родные мои. Ну что, попробуем. На-ка. В плане, они должны были... Это камень или лю... Я лопухнулся, ребята. Я думал, что это... Лед, а это камень, оказывается, понимаешь? Ну? Получилось, да? Отлично. Так, переходим с тобой на следующий этап. Вот они где тут притулились. Ну что, попробуем, наверное, с тобой здесь. Так, подожди, подожди, подожди. Может быть, еще все даже получится. Давай, 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 давай. Эх, твою же налево, ребят. Фокус не сработал. А может быть и сработает. Да, получилось. Отлично. Так, пойдем дальше. Что у нас тут? Воу-воу-воу-воу, баррикады тут понастроили мне. Здесь, в принципе, можно взять... Так, цветочки тут есть, да? Ну-ка, если я, например... Ну, вот так вот сделаю. Вау.
Так. Твою же налево, а. Поехали тогда так сделаем. Блин, с одной стороны все хорошо, но с другой стороны вот здесь-то. Вон там, видишь, живехонек остался. Туда если только бомба забросить, будет, кстати, очень даже неплохо. Шикарно. Так, у нас с тобой мало, конечно, осталось. Всех подбили? По-моему, всех. Мало осталось птичек, а этапа еще два. Хм. А вот здесь, наверное, можно, ребята, применить заморозку. Попробуем. Ага, ага, ага. Ну? Так. Да как же вот эта конструкция-то выжила? Я не понимаю, ребят, ну... Еще и смеется там, смотри-ка. Трындец. Просто трындец, ребята. Ну-н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 у. Есть. Так, ну я думаю, последний-то уровень мы с тобой пройдем. У нас две птички, в основном это Терренс и птичка-пузырь. Терренса надо использовать по полной программе. Если мы его вот так вот прям запустим, я думаю, это будет крутенько, да? Ну-ка. Ну, ну, давай, 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 да, отлично. И остается пузырь. Ребята, остается пузырь. Давай, 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 давай. Нет. Ну как так-то? Блин, ребята, придется нам посмотреть. Посмотреть рекламочку. Кого мне дали? О, бомба дали. Вот это вот я понял, вот это подарок. Нати. Распишитесь, дорогушеньки. Все, друзья мои, мы этот уровень тоже прошли с вами. На рекорд явно не тяну, да? Зато получаю яблоко. Да ты смотри, на третьем месте. Ёлки-палки. Да хорош вы уже достали меня вот этим вот. Так, 163 уровень. Поехали. Не забывай про заклинания. Блин, мне, если честно, неохота здесь уже ничего трогать. Давай возьмем уточек. Ого. Баррикадка тут какая. Блин, мне бы на самом деле здесь немножко... Попробуем так сделать. Ну? Офигеть. Это бы... Как ему повезло, блин. Вы видели, ребята, что он там сделал? Так, попробую сейчас кое-что здесь провернуть. Е! Это надо мастерство иметь, чтобы так сделать. Ну что, ребята, следующий эпизодик у нас. Хм. Но эти братья здесь не нужны, это однозначно. Здесь может быть Терренс и взять. Как-то нам вот так вот надо все это... Пролететь? Попробуем. Ё-просоты! Вот это было тупо. Тупо и глупо, если честно. Пш, вообще фигня получилась. Ну никак не ожидал я, конечно. Никак. Так, карту мне. Карту, пожалуйста, дайте карту. Этот радуется там, а? Ты посмотри. Этот там у нас... Так, мне дали Матильду. Так себе. Слушай, а как мне здесь быть? Я вижу вот здесь вот одного. И вот здесь. Неужели тратить бомба, а? Как Варик. Только он, наверное, поможет здесь. А это даже не собирался выплюнуть, да? На тебе. Птичек очень много потерял. Очень много, ребят. Заклинаний нету. Подожди, уточки у меня есть. Вру, конечно же, уточки есть. Так. Что мне от этих уточек-то?
Ну-ка. Йо, Матильда, ну ты тут натворила делов, если честно. Что здесь у нас с тобой получается? Так. Нам надо как-то так сделать с тобой. Может... Так, шарики нет, это не прокатит. Если мы подобьем. Попробуем. Фигня получилась. Как-то не то, ребята. Хотя, уточки. А ну-ка. Твою налево, я же хотел уточки. Зашибись, вот это я сейчас, ребята, лопухнулся. Вот это я лопухнулся. Знаешь почему? Потому что я думал, что я брошу уточек, а на самом деле я использовал этих братьев. И это все на последнем-то этапе, а? Одна птичка осталась. Ну плюс еще одна за рекламу. Так. Мне только пузырь, ребята, остался. Только лишь пузырь. Скатись, скатись, пожалуйста, сюда. Ну? Давай, 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 давай. Нет, ребята. Один выжил. Надо что-то делать с ним. Надо с ним что-то делать. Ребята, мне дали пузыря. Блин, я немножко сомневаюсь, что пузырь сможет здесь мне помочь. Чё зависло-то все? Фу. Помог мне пузырь. Просто нифига себе, прямо во время полета зависла игра. Ну ты сам только что видел. Ну что же, отлично. Хотя бы прошли. На 3 звезды, новый рекорд. Так, 43 яблочка у нас. Дальше. Угу, подарок от Мортиса. Так, ребята, еще немножко и будет левел ап. Поехали. Выберите заклинание. Давай, о, возьмем с тобой, наверное, одного орла. Так, а здесь-то как быть? Мы можем, нет, давай, наверное, пузыря использовать. Ёлки-палки. Как же так-то, ребят, ну как так-то? Упади. Нет, он не упал. Он не упал. Слушай, а как же нам вот это вот теперь чудика бомбануть? Есть, в принципе, одна идейка у меня. Смотри. Ты бич. В яблочко, да, говорят? Угу. Опа. А здесь пузырь. Блин, а пузыря у меня нету. Тогда... Давай так сделаем. Погнали. Ломай, 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 ломай. Yeah. Ну, вот совсем другое дело. Дополнительная карта. Окей. Так, что у нас тут? Хм. Если я запущу бомбу сюда, он взорвется, да? И что нам это даст? Попробую сюда его запустить. Хм, здесь-то мы разнесли, а вот тут-то нет. А пузырь тут не катит. Тут шарики, они его оттолкнут. А куда это он? Я что-то не понял, куда это? Полетел, ты прикинь? И опять на место, что ли, сейчас встанет? Или что? Что он делает? Так, ладно. Стоит там, боится. Ну что, попробуем. Ну надо бомбить, ребят, в любом случае вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, все это полная, ребят, ерунда получилась. Жесть. Ну и чё? Трындец, всех птичек, да?
потратил. Молодец, Рэй. Лучше не придумаешь. Так, ладно, у нас есть с тобой еще, не забывай, этот орел. Орла можно, наверное, вот здесь вот, кстати, применить. Потому что тут еще пушки всякие, да? Сделаем, наверное, такую штуку. Ну и отлично. Всех разнесли, всех. Только вместо птички я получил заклинание себе. Так, кстати, здесь очень даже неплохая у нас получается комбинация. Блин, на шариках. Давай, 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 давай. Прошли, что ли? Да ладно. Да, друзья мои. Очень даже круто получилось. Что-то я вообще сюда не вписываюсь вообще. Как можно здесь получить 16 миллионов опыта, когда у меня всего 6? Я не знаю, ребята. Ну что, друзья мои, опять я от Мортиса получаю подарки. Только от него и получаю, кстати. Спасибо ему огромное. И мы с вами на 165-й миссии. Не забывайте про заклинания. Я уже боюсь что-либо брать, потому что у меня почему-то сложный уровень написано. Сложный, да, значит. Тогда возьмем с тобой орла. Так. О, братья-леденцы. Давай, 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 давай. Так, в принципе, неплохо. В принципе, ребята, неплохо, за исключением одного. Вот это вот я не уничтожил, а сделаем это с тобой вот так. Идеально. Просто идеально. Так, ну что? Следующий, блин, этот у нас зонтиком, его надо как-то подбить. Если... Нет, это фигня получится. Шарики там еще эти. Пробиваем, короче, с тобой. Бу-бух. Так. Воу-воу-воу-воу. Конструкция полетела вниз. То есть, получается, вот эти вот два голодранца у нас, да, остались. Тихо. Блин, я уже было подумал, сейчас камушком их прибьет, но не прибило. Давай вот тут вот сделаем кое-что. Все, пока. Получилось. Получилось, ребята. Переходим с вами на третью миссию. Что у нас тут? Шарики, да? А если я, предположим, сделаю заморозку? Ну-ка. Давай. Давай, 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 родной. Ты просто полюбуйся, что мы тут с тобой устроили. Просто какой-то ночной караоке. Класс, написали. А здесь? О, вот это бесявый чудик. Ты. Но если я толкану даже. Предположим, я толкану. Фигня получилась какая-то, да? Слушай, а как вот тут ты? А ну-ка, Терренс. Твою же дивизию. Все равно фигня получается. Матильда, твой выход. И выход у нее получился. Неплохой причем. Ребята, последняя миссия. Ага, вот. Вот здесь проблемка будет, ребят. Я предлагаю сделать следующее. Зарядить туда бомба. Вот так вот. Здесь мы, наверное, пробьем с тобой вот эту вот станину. Это что за фокусы? Это что за фокусы? Я не понял. Так, ну-ка сдуть этих паршивцев. На добром слове. Ага, ага. Шарики, да, значит? Вот и все.
Фу, друзья мои. Пробились с горем пополам. У меня все в пределах 7 миллионов, ребята, выходит. Я не знаю, как тут Мортис получает по 17 миллионов. Боун по 13, а я всего лишь по 7. Спасибо, Мортис. Ребята, левел ап, новый уровень мы с вами получили. И вот это. Оу. Карта Орла. Все. Спасибо большое. Ну что, сундук. Что нам в нем достанется? На Терренса, да? Так, ребята, 160... Вот это что такое? Что они хотят показать? Я не могу понять. Что-то все моргает, моргает под восклицательным знаком. Давай зайдем, посмотрим. Кстати, нам надо будет с тобой принять где-то участие в каком-нибудь испытании, где можно понабивать заклинания. Что это? Я не хочу этого. Так, забрать. Забрали. Забери купон с самоцветами. Так, участвую в событии клана. Так, собери 25 звезд. Посмотреть видео. Так, пройти ежедневные испытания. Улучшить рогатку 10 раз. Угу. 5000 перьев. Оу. Слушай, а что у нас вот тут происходит? Дай-ка я гляну. Разгром Реда. А почему бы не сыграть нам, ребята, с вами в разгром Реда? Выбери заклинание. Да ничего, я уже не хочу выбирать. А, всего лишь два испытания. Ха. Ну попробуем. Мы попробуем с тобой пройти. Йо, что я тут вытворяю? Ну. Это специально, да? Это все специально. Хорошо, я сделаю туда вот так вот. Раз не захотели, по-хорошему будем, по-плохому. Главное, я прошел. Так. Победушка, конечно, победушка за нами. Что у нас здесь? О, это что такое, ребята? Я в первый раз вижу свинью, которая, извини меня, с пробиркой с какой-то там стоит. Ну что, зарядим. О, все, я, кажется, понял, ребята, тут большая опасность. Ну-ка. Замечательно. Лучше, блин, просто не придумаешь. Вот так вот. Так, а здесь мы с тобой сделаем следующее. Поехали. Давай. Есть. Пробирка. Ребята, когда пробирка лопается у этого профессора, да? Свинотного. Все становится стеклянным. Ну что же, я прошел этот уровень. Или... Не увидел. Прикинь. Прошел, говорю, уровень. А там Ханорик сидит. Ты сейчас серьезно? Ты серьезно сейчас? Ну вот, теперь-то прошел же. Осталось два уровня. Ну что же, пойдем попробуем пройти еще один этап. Выберите заклинание. Хорошо, я выберу я. Давай. Нет, давай вот это. Подожди, вот это уберем. А большие головы возьмем. О, тут вентиляторы. С одной стороны, это даже хорошо. О, стоп. А как же тогда? Так, наверное? Фига, как это получилось. Ну-ка, если вот таким образом. Нам чуть-чуть, ребят, не хватило, да? А если, например, Матильдой сюда вот прыганул? Хотел и яйцо выплюнул. Но передумал. Попробуем вот так вот сделать. Получилось. Все в пух и прах разнесли там. Так, что у нас здесь за испытание? Угу. Так, все шатковалка, да, я смотрю. Все шатковалка.
А как вам вот так вот, понравится или нет? Ага. Ага. Давай, 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 давай. Нехорошо, парень, ты поступаешь. Ой, как нехорошо. Тогда получи от Матильды привет. Все, друзья мои, прекрасно у нас получилось. Победа. Ух ты. Так, ты нашел подарок, отправь другу. Я отправлю. Сколько друзей, господи. Я не знаю, ребят, ну. Да кому же, кому же. Ребят, я закрываю глаза и навскидку. Так вот я кручу-верчу, я не смотрю, час говорю. Оп. Что, кому я там отдал? Что-то я не понял, кому отдал. Я хоть отправил, надеюсь, ребят. А то с закрытыми глазами куда-то кликнул, непонятно. Так, ну что. Ох, ё. Тут три этапа, ребят. Вот это, кстати, хорошо. Что там за фокусник стоит? Ох ты, он телепортируется. Теперь, смотри, что... Да телепортировался. Ну, поехали. На-ка. Не вышло ни шиша у меня. Просто вот этот вот хлыщ, который с пушкой, ребята, он меня может во что-то там превратить. Я уже не помню, во что, если честно. Яйцо, может быть, как-то запульнуть. Видишь? Ну? Скатись, гаденыш. Улетел, ребята. О, еще веселее. Так, это что? О, золотая свинья. Друзья, я хочу золотую свинью получить. Блин, а там шарики. Знаешь, что я хочу попробовать? Поэкспериментировать. Экспериментатор хренов. Хотя, постой, 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 постой. Есть. Золотая свинья у нас в кармане. Страйк, 25 тысяч получил. Ну, а здесь-то что не так? Босс? Тут, оказывается, есть еще и босс? Я тебя сейчас по-агэгэкаю. А что он такой довольный-то стоит, а? Гаденыш этот. Бомбим его. Оу. Тернс просто слегка на него приземлился. Ну что, друзья мои, мы прошли с вами. И что же мы за это получаем? Вот это все? Вот это все, что... Вау. Ред. Так, что в сундуке? 750 перьев. Именно для Реда. Так, здесь готово. Вау. Он получает уровень, ребята. Чем выше птичья сила, тем больше очков можно получить. Я так и понял. Круто. Так, яблоки. Сколько там штук, я не понял. Два, да? Два яблока. Так, за тренировочный лагерь могучего орла ты получаешь бонусную карту персонажа Ред. О, из жемчужины, ребята. Ух ты. Слушай, так это прикольно. Паника короля свиней. Так, пройди все уровни с одной жизнью, чтобы получить награду. Пройди все уровни с одной жизнью. Попробуем. Что это? Как ты понять с одной жизнью? То есть за раз? Блин, не пойму. Посмотрим, короче. Три этапа здесь. Слушай, что-то как-то... Как-то хитро здесь, по-моему, да? Ну, попробуем, ребят. Уу, Терренс, ты бич. Йо, а Терренс ты красава. Ну согласись, вот это как здание держится, я просто удивлен. Давай, наверное, немножко дунем, чтобы оно развалилось в конце концов. Вот так вот. Прекрасно. Двигаемся дальше.
Так, а что здесь? То есть нам выгодно вон туда попасть, получается, да? Если я пробивным, пробивным, как это у нас должно выглядеть-то, блин, пробивным? Что-то не могу пока понять. Ребята, давайте, наверное, вот так вот сделаем. О, это будет самое то. Йо! Слушай, я, честно говоря, думал, что таки вот сюда они пойдут. И будет тут разнос. Но его почему-то не получил. Тут еще хитрый вшивый этот. Как его назвать-то? Ну, короче, колдунишка, типа того. Ага. Не все так просто, друзья. Не все так просто. Толкаем. Да чтоб тебе, да... Ай, друзья мои. Я думал, будет намного проще, если честно. Ну, нифига, я ошибся. А здесь еще и босс, да, будет? Или не будет? Будет. Тынь-тынь. Как бы нам тут... Блин, я даже не знаю, ребят, как тут сделать-то нам. Если я сюда бомбану. Так. Ага, ага, ага. Ну это как бы полбеды. Дальше мы с тобой можем вот эти шарики подбить. Получается, да? Подбили шарики. Теперь как-то, я не пойму, надо вот сюда, что ли, попасть нам? Или взрывчатку эту взорвать? Сейчас попробуем. Он покатится? Он покатился, покатился, и сейчас вот сюда должен... Для этих дел нужен Терренс. Поехали. Терренс, давай. Вот он сейчас как звезданет, так, ребята, звезданет. Ты, блин, серьезно, что ли? Похоже, не получится, ребята, он с... Усатый барон. Да. Толкни его. Че, рекламу смотрим? Или здесь не будет такой привилегии у нас? Ребята, а здесь, по-моему, нету, да. Здесь все. То есть одну жизнь дали, понимаешь? Вот одно сердечко. Все, провалил, короче, я это задание. Давай еще раз попробуем. Давай. А если я возьму... Может быть, тут лучше Терренса взять? Ой-ой-ой, да что... Ну, Рэй, ну, господи, ну зачем так надо было делать, а? Сейчас еще хуже, чем было. Сыграл. Хотя, подожди. Нет, не зацепили здесь, понимаешь? Если бы мы здесь бомбанули бы, был бы толк. А если я вот так сделаю? Трындец. Мелкий хлыщ остался. Мелкий, самый мелкий хлыщ. Вон там он. Не нравится мне, как мы тут сыграли. Ладно, давай смотреть дальше. Фокусник этот еще тут. Ну что, если я, например, бомбану пузырем? Чушь будет, да, полная? Да, мне кажется, это будет ерунда. Тут, наверное... Наверное, надо пузырь все-таки брать. Ага. Всех уничтожили, кроме вот этого, блин, фокусника. Не только фокусника, кстати. Если я бомбану... Да кого я взял, блин? Мне нужно... Мне нужна была вот эта вот, блин. Вот так я хотел. Ой, дурик.
Слушай, а этот-то выжил, а? Посмотри. Магистр кислых щей-то выжил? Ну и что у нас остается с тобой? Всего две птички. Вот на босса всего две птички? Ну это же нереально. Или реально? Нам нужно как-то вот сюда попасть. Ну если я, например, запущу бомба. Он же должен попасть, по идее, да? Попал. Обалденно просто. Просто охренительно попал. Нет, тяжело мне пока, ребят. Вообще не могу пройти. Я пытался. Потому что нету таких. Был бы у меня тут хотя бы, я не знаю, Терренс, что ли, или бомб. Ну все, 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 посмеялся и хватит. Или хотя бы гемы, чтобы я мог себе взять еще три птички. Ну не судьба, ребята, что я могу сделать? Не судьба. Нет, не надо еще раз. Давай-ка глянем, что там еще у нас есть. Нет, мы глянем это лучше потом. Сейчас пойдем, пройдем миссию основную. По сюжетке я имею в виду. Да, без заклинаний. Что, уже опять? Ну давай. 10 гемов и плюс яблочко. Готово. Так, хорошо. Что у нас еще? А тут что? Забрать. Замечательно. А что вот это такое? Это у нас, по-моему, ребята, твоя позиция 0. Играть. Местная, мировая. А я, по-моему, сколько раз играл, ребята, я никак не мог. Потому что то ли я не знаю, то ли... Да, вот так вот всегда пишет. Ошибка подключения. Не знаю, ребята, с чем это связано. Напишите, у вас тоже так же? Или это только у меня? Так, ну что? Мы с тобой остановились на какой там? 167-я миссия или 100... Да, 165-я, по-моему. Значит, нам еще тут проходить нужно... Так, Мортис опять. 166-я, да? Поехали. Надеюсь, сейчас у нас с тобой все получится. Выбери карты. Ну давай я возьму орла. Ну я тут, например, что я могу сдуть? Только лишь нет, тут сдувать нечего нам. Тут надо вот так вот пробивным делать. Давай, 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 давай. Не то. Ну. Давай, 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 давай. Прекрасно. Полетел. Так, а этого давай-ка мы с тобой сдуем. А то ведь летит там довольный. Что у нас тут? Ага. Вот сюда бы как раз бы звездануть было бы прикольно, ребята. Если я, например, бомба туда отправлю, а? Это будет круто, наверное. Ох, как это круто. Давай вот сюда бей. Бум. Колесико катись вон туда, в пропасть, пожалуйста. Нормуль. Так, а здесь у нас... Ага. Слушай, вот сюда братья пригодились бы, да? Но мы можем с тобой вот так сделать. Воу-воу-воу-воу-воу. Разгром. Вот здесь, конечно, надо что-то, ребят, придумать. Камень, конечно, камень. Мы же можем его пробить. На-ка. Так, я надеюсь, этот разобьется чудик-то. Чего? Да ему везет, как утопленнику, просто. Просто как утопленнику везло, ребят. Ладно, фиг с ним, три птички есть. И последний у нас уровень здесь. Сидит там.
сидит. Поехали. Но. Ё-моё. Немножечко не так хотелось бы. Ну, тоже ничего, ребят. Тоже ничего. Пока. Ну что, бомбим? Толкаем точнее. Бамс. Все, друзья мои. Слушай, а у нас же с тобой еще же есть другие птички, да? Ведь у нас есть с тобой птичка-бумеранг. Ну вот мы с тобой плавненько и переходим на 167-ю миссию. Так, 167-я, поехали. Блин, я вот, знаешь что, я вот трачу заклинашки, да? А восполнять-то я их не восполняю. И вот что мы будем делать? Даже не знаю. Надо как-то их копить. Слушай, вот здесь хорошо, дайте мне братьев. Не дали. Тогда придется толкнуть всю эту богадельню. На! Ёпрсты. Тут стоял чудик. Ну ты видел все. Его размозжило. Так, у нас здесь 5 этапов. Опять этот, да? Уменьшатор фигов. Погоди, а как мне тут сделать? Если мы пролетим вот таким вот образом. Воу. Да. Покатились. Так, слушай, уровень за уровнем по одной, ребята, птички тратим. Это очень хороший результат. Так, здесь стекло. Нет, не стекло, ребята. Здесь мы, наверное, давай бомбу возьмем. Возьмем с тобой бомбу. Ну. Ну, здесь, конечно, похуже. Похуже получилось. Здесь я сделаю, наверное, следующим образом. Так. В минус. А, так тут вон кто у нас. Тут же стекло. Кто как называет, ребята? Кто говорит, что это стекло? Кто говорит, что это лед? Мне кажется, что это все-таки лед. А может быть, стекло? Потому что когда мы применяем с тобой вьюгу, пургу, да, у нас также становится. Так, погоди-ка. Хо-хо-хо. Слушай, а как здесь быть? Здесь, наверное, Тернса надо брать. Только ему тут в состоянии все это пробить. Давай. Бу-бух. Практически, ребята, идеально. Ну-ка. Вот сюда, вот сюда. И есть. Слушай, ну это круто сейчас было. Так, здесь. А здесь, наверное, толкануть придется чуть-чуть. Скорее всего, да. Толканули. Блин. Ну этот, этот улетит в никуда. А вот этого я понабью, шитика. Вот и все, друзья. Этот уровень тоже у нас пройден. Счет сколько? Ну опять же, 7 миллионов. Не больше. Ох ты, теперь Оззи сделал мне подарок. Спасибо, Оззи. Так, 168 уровень. Не забывай про заклинания. Нет, я пока не буду здесь ничего брать. Хм. Тут, кстати, очень сложный такой уровень. Если я, например, сюда и взорвусь, поможет это хоть как-нибудь? Не помогло, к сожалению. Давай, Матильда. Цветочек, возьми камушек. Не туда. Придется тогда делать вот так. А он, кстати, ребята, и босс летит. Видишь, там вдалеке.
показано. Блин, у меня птичек мало. О, золотая свинья. Я не помню, что дает нам золотая свинья. Но что-то дает. Если я запущу туда Терренса. Терренсы. Попробуем. Ёлки-палки, офигеть, Терренс. Дуплил все абсолютно, ребята. Все уничтожил. Так, а здесь-то у нас что? Если здесь возьмем бомба, пробьем вот это все, да? Да почему же так противно-то все? Почему вот не попадаем, куда мне нужно? Слушай, а сдуть получится? Или у нас тут есть... А, у нас есть стеклянные братки, которые вот так вот делают. Нормуль. Так, попробуем с тобой два этих уровня пройти. Как-нибудь с горе пополам. Ага. Если я... Что-то не получилось. Тогда Матильда. Тогда Матильда. А вот этого как? Как вот этого пробить? Ну-ка. Лети-ка ты к ядре не фени. Все получилось, ребята. Все получилось как нельзя хорошо. Ну вот и последний уровень. Последний уровень. А у меня всего две птички. Оу, щит. Давай, я попробую. Ну? Так. Так. Блин, вся надежда, ребята. Фух. Нормуль. Справились, справились, ребята. Ну надо же. Получил третье место. Так, всякое. Наверное, всякое, да? Всякое. Ну что, 169-я миссия, друзья. 169-я миссия. Поехали. На 170-й, повторю тебе, будет босс. Да-да. Боссы бывают разные. Мерзкие и безобразные. Ох ты. Ох ты, как шикарно. И птичка как раз под стать. Вылупляем. Это сейчас что было? Это что? Что я сейчас сделал, ребят? Я сделал ерунду на самом деле. Полнейшую причем. Полнейшую, понимаешь? Да. Жаль, конечно, что я так сделал. А здесь-то как быть? Заморозка, она мне не... Или поможет? Вот попробуй. Так, это покатилось, покатилось. Пилич. Это, конечно, все хорошо, но не то, что нужно. Братья стеклодувы, погнали. Блин, вот из-за этого хмырья... Один какой-то хмырь остался. И вот так вот приходится, ребята, все делать. Птичек мало. Третья миссия у нас. Что я тут могу сделать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Толкнуть? Нет, толкнуть не получится. Тут, наверное, надо взрывать, ребята. Ну, бумс, и фигня получается, да? Хорошо, сделаем тогда вот так. Замечательно. Ну что же, четвертый уровень. Хо-хо.
Как-то на добром слове тут все держится у них. Я не понимаю, ребят. Если я сделаю вот так вот, к примеру. Практически идеально. Практически, ребята. Не считая некоторых нюансов. Ну? Ты, блин, сейчас серьезно? Ты посмотри, что произошло. Вот этот вот ханыга выжил. Ну как так-то, ребята, ну? Ну как так, а? Я прихожу на последний уровень. Кстати, у меня есть... Да, у меня есть гемы. Придется их, скорее всего, потратить. Другого варианта нету, ребят. Ну. Так, сколько? Да, придется потратить. Не хотел, видит Бог, но надо. Поехали. Ну. Куда ты? Да вот сюда. О. Это же последний этап, да? Все. Ну, пришлось потратить гемы, друзья. Ну, офиг делать. У меня Матильда тут веселится. Да, с горем пополам одолели. Ух ты. Я подарочек могу отправить кому? Ребят, кому? Гарму пускай летит. Так, а я третье место занял. Так, подарок от друга всякое. И мы с тобой переходим на 170 уровень, где у нас будет босс. А вот справимся мы с ним или нет, покажет наша очередная битва. Надо быть очень-очень, ребята, экономным. Не тратить попусту всех птичек, оставлять все самое лучшее. Ну вот это уже, ребят, трындец. Это уже трындец. Ну? Ты хочешь, блин, сказать, что вот это... Упал. Упал. Ну? Раздавили. Просто Ред на него немножко наехал. Накатился. Так, а здесь-то у нас что? А здесь-то у нас, в принципе, все хорошо. Если мы сделаем вот так вот пробивку. Камень вряд ли мы пробьем. Ну? Твою же дивизию. Слишком, ребята, много птичек тратим. Слишком много птичек тратим. Это только третья миссия. У нас уже двух птиц не хватает. Плюс здесь нельзя тратить заклинания. И здесь будет босс. Об этом не стоит забывать. А как же я полечу? Я полечу вот сюда, да? Это значит, бомба мне нужно целенаправленно вот сюда отправлять. Не понял юморка я. Как такое вообще произошло? Ну-ка. Бред. Просто, друзья мои, бред полный. Ну и что у меня там остается? Одна птичка. На две миссии, где в конце еще босс. Это не реал. Unreal, так сказать. Ну вот и все, ребят. Вот и поиграли. Я даже здесь не смог забомбить их. Надо переигрывать. Надо, ребят, переигрывать. Пока есть возможность. Да понятно, что я здесь не вас не подбил. Да, теряем сердечко. Что ж поделаешь, ребят. Ничего не поделаешь. Еще раз, возможно, мы даже вообще сегодня его не пройдем. Потому что здесь нельзя применять заклинание. Вот и все. И как я тебе говорю, тут надо быть очень предельно аккуратным и точным.
Ну что я могу? Вот я могу взять вот этого Тернса, отправить туда, да? В цветочек. А он долетит ли? Долетит. Теперь бросаем. Ну, я на самом деле хотел не... Не так, если честно. Но получилось, по крайней мере, намного лучше, чем я ожидал. Отлично, хорошо. Победа птиц. Та-да-дам, вот тебе та-да-дам. Дальше. Угу. Ну, если я толкану. Если я толкану. Получится? Получится. Прекрасно. Вот так, ребята, мы должны тратить одну птичку на уровень. Только в этом случае, может быть, что-нибудь получится. А вот это, конечно, бред. Вот как вот. Ну, если, например, даже вот этих вот толкану на цветочки. Ред, давай. Куда ты? Давай, катись. Воу. Да ладно. Вот это вот да, ребят, вот это круто. Смотри, как получилось. Так, вот здесь, да, здесь проблема. Если мы залетим бомбом, сделаем взрыв. Сделаем взрыв. То должно быть все хорошо. Ёпрсты. Даже лучше, чем я ожидал. Буду честен. Ну что же, а вот, друзья мои, босс. Нам желательно, чтобы он упал сюда. Провалился, так сказать. А его ставят на самую верхушку. Тут еще и заморозчик у нас, смотри-ка. Цветочек. Ага, так, так, так. И вот сюда будет, да, бомбить? Что-то как-то... Что-то вообще не айс получилось. Вы, блин, сейчас издеваетесь, да? Ну? Так, сюда. Сюда. И сюда. Давай, давай, жиробас, падай. Но на самом-то деле... Давай, вот на него весь хлам еще сверху, правильно? Прям по голове ему. Камнями. Ну что, остается только его добить. Тернс, ты как? Ну а ты, Матильда, своим супер-пупер яйцом. Да. Вот Матильда как раз с ним-то и справилась. О, ребята, это было великолепно. Угу. Принц опять побежал, да? С этими, с птичьими яйцами. Нет, это мне не нужно. Даже не предлагайте. Так, вот сюда он переместился. Сундук. Что у нас тут? Ага, перья на Чака. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.